Семена гвоздики турецкой Dash Violet порадуют даже цветоводов с многолетним стажем, не говоря уже о новичках. Отличная и быстрая всхожесть, быстрый набор зеленой массы и бутонизация уже в текущем сезоне приведут к обильному цветению. Растение, хоть и не относится к высокорослым, хорошо кустится от корней и образует аккуратные кустики, которые венчают шаровидные соцветия с множеством цветков лилового оттенка и приятным ненавязчивым ароматом. Как и другие виды гибридных сортов, период цветения у Dash Violet длительный. Начиная с апреля и до самой осени, она будет радовать своих владельцев. Гвоздика турецкая Dash Violet – это двулетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Гвоздика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания гвоздики прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гвоздика турецкая Dash Violet в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.